Дворец культуры авиастроителей – это место на Дзёнго, где всегда происходят ярчайшие культурные события Комсомольска. Концерты, карнавалы, профессиональные праздники, да всего и не перечесть. Все это проходит в стенах любимого комсомольчанами Дворца культуры. Празднование 2018 года еще раз подтвердило. Хочешь интересно провести время? Иди в ДК авиастроителей. Я зима снежная, и снежная... 26 декабря на Дворцовой площади состоялось открытие новогодней елки. Мороз и порывистый ветер не помешали юным комсомольчанам прийти на торжество. В этот раз Снегурочка, видимо, задержалась по пути, и ее замечала, так сказать, зимушка-зима. Дорогие жители, дорогие дети наши, начальнику Ленинского округа морозная погода тоже не помешала посетить в этот вечер Дворцовую площадь и поздравить пришедших на праздник детей и их родителей. Я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Здоровья, всех благ, благополучия. Тем более вот эти все символы, они сопутствуют, как говорят, желтой собаке, которая предшествует следующий 18-й год. Спасибо вам! Да, я, как полагается, вызвали Деда Мороза, который зажег елку. Все это сопровождалось веселым хороводом и хорошим настроением. Спешу, спешу скорее к вам! Из лесу елочку взяли мы домой! Из лесу елочку взяли мы домой! И... Ну и, конечно же, я, Дед Мороз, поздравляю всех вас, комсомольчане, с наступающим Новым годом! Ура! Открытие новогодней елки завершилось праздничным салютом.